В Тюмени официально стартовал чемпионат города по мини-футболу. На паркет спортивного комплекса «Партиком» вновь вышли мужчины из разных дивизионов. Всего в областном центре 7 мини-футбольных лиг. В одной из них даже играют девушки. Примечательный факт – некоторые команды платят из своего кармана за увлечение. В среднем у каждого из игроков может уходить около 1500 рублей в месяц. Деньги идут на аренду зала, оплату работы судей и форму, если она необходима. Да нет, этих денег не жалко выкладывать. Прежде всего, люди всю жизнь занимались футболом. Удовольствие получают они от этого. Так что все платят за удовольствие по-разному. Кто-то так отдыхает, кто-то футболом живет.